Мы с другом приехали на озеро Вайнгартен, примерно 10 километров от нас. Вот сейчас покажу вам озеро здесь. Здесь вода немножко мутная, потому что здесь добывают песок еще. А так сюда люди приезжают, купаются, плавают на лодках. Вот здесь спасательное место, где спасатели на всякий случай, если кто тонуть будет, прибегут тебя спасать на лодке. А тут пляж у нас песочный есть немножко. Там на той стороне лодки. Я уже здесь один раз я уже здесь плавал с другом на лодке. Но это было осенью. Погода была не очень. Сейчас поедем на ту сторону. Вокруг озера проедемся. Где-то вон деботе нашел. Он получает офигенные бабки. Вот мы уже пересекли половину озера. Подошли к пескам. Вон сзади нас эта дорожка. Я на тебя не буду. Вот здесь гравий лежит, песок. И вот тут рыбки плескаются мелкие спереди. Ну иногда по краям вижу. Покажу немножко подводную съемку. Водоросли. Поднялись на песочную гору. Высотой, наверное, 15, может быть, выше. Внизу лодки стоят. Сейчас небольшой обзор озера. Вон утки плавают. Людей почти нет на этой стороне. Так, у меня очки солнечные сейчас уберу и могу показать. Мы приплыли с той стороны. Озеро в диаметре, ну, 500 метров точно. Там вот песочные пляжи, их 3 штуки больших. Один пляж, второй. И тут вот за деревьями третий песочный пляж. Они здесь добывают и туда скидывают. Там пока еще роют. Когда-то мы приехали сюда лет 20 назад, впервые купались здесь. Он туда еще не заходил. Вот где деревья идут, вот так вот прямо она заканчивалась, где-то вот по этой линии, где-то так вот шло. Такой песок намывает. Идешь, идешь, ничего себе. И раз по колено уходишь. Он мягкий здесь песок у воды. А здесь уже все. Уходишь потихоньку. По трусы. По трусы ушел. Причалили на дикий пляж индейцы на своих лодках. Сюда никогда люди не заплывают, и здесь утки, гуси, лебеди. Аист только что вспорхнул, улетел. Птички поют красиво. Здесь я тоже еще никогда не был. Не заплывал сюда. Раньше лодки не было. Я никогда здесь не был. Деревья валяются вдоль берега. Идеально для уток, для рыбы. Берег крутой. Тут сразу 1 метр и уже уходит резко вниз. Здесь такой вот небольшой заплыв. Рыбки сколько мелкой много. С мизинец примерно много рыбок. Спасается от хищной, от большой, крупной. О, окунек плывет.
дальше, уже подплываем к экскаватору. Вон здесь плывут гуси канадские. Там спереди уже утки пошли где-то. Мы раньше, когда этот экскаватор раньше стоял посередине озера, они копали. И мы на него забирались и прыгали с него в воду. Тоже хорошо отбивали себе задницы. Смывала река. Вот, смотри, внизу песок, а вверху такой слой с камнями, потом опять песок. Это как вот река Райн шла раньше по этим берегам тоже. Вот она намывалась здесь. И поэтому всегда вдоль Рейна видно вот эти вот котлованы, где добывают песок или гравий. Цемент тоже добывают. Там дальше, вот когда я ехал с другом на велосипеде, Штрасбург туда, там эта цементная фабрика была. Тоже на берегу добывают прямо и на корабли грузят. Проплыл над островом. Подводный остров. Какой обрыв. Двухметровый обрыв, спокойно. Даже больше, чем 2 метра. Вон, на проводах, смотри, птички сидят. Что это здесь? Воробьи? Что-то... Очень много птиц. Ага. Очень много рыб. Здесь такое эхо еще, смотри. Эхо. Эй, не шугай птиц. Да, ласточки. Вот они, ласточки сидят. Вот они летают над гнездами своими. Я помню, у нас в России над речкой тоже так вот много гнезд было. Все, мы возвращаемся назад. Отдохнули немножко на берегу, на песке. Пообщались с кентом. И теперь вдоль берега причаливаем на наше место. Будем сушить лодки, весла. И поплаваем немножко еще. Отдохнем и потом уже домой поедем. Там, где мы только что были, там прикольно. Народа нету, тишина. А здесь такой шум, гам сразу. Сколько народа. И это еще мало. Бывало здесь и больше народа. А все, еще 100 метров. И заслуженный отдых на берегу. У нас уже вечерок. Заканчиваем наш отдых. Посидели, пообщались немножко тут на берегу. Лодки высохли. Трусы мои высохли, плавки. Я еще немножко поплавал. Вода, так сказать, прохладненькая. Но в этих озерах она всегда прохладная, потому что здесь глубоко. И она внизу не прогревается. Только первый метр верхний прогревается, и все. Погода потихоньку портится. Сзади меня уже такие вот тучи идут, дождевые. Обещают к вечеру уже тучек. Жмите пальцы вверх, подписывайтесь на канал, советуйте дальше. Всем всего хорошего и до скорого.